Будущее нанотехнологии. GPT выходной. Искусственный интеллект. Сколько ребенку лет? Сколько? Уже в 2 года разбирается в штекерах. А это кто? А это у нас звезда. Она знает. Дай ручку. Так, изучаем технологии. Опять беспроводная мышь. Ну ладно. А это, кстати, канал, который ведет Леонардо Йонович. Сейчас мы эту рекламу пропустим, потому что нам реклама вообще не нужна. Нам нужно что? О! Унитазы, сокровища. Кстати, у нас довольно популярный, не у нас, а в Ютубе популярный канал. В унитазе можно найти сокровища. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Запасной 14, 15, 16. Но так как Остап Бендер искал сокровища в стульях, то где-то они должны быть. И где они находятся? Вы со мной согласны? Вы со мной согласны? Заглядываем. О, Федь, смотри. Да. Смотри, сокровища нашли в унитазе. Что-то есть. Вытягиваем. Интересный пакетик. Интересный пакетик. Запечатанный. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Я знаю, там, блин, реклама. Ладно, я ставлю на паузу. Очень интересный пакетик. Реклама уже прошла, я на паузе лежал. Там, оказывается, находится... Опять реклама. Боже мой, какая красота. Боже, какая красота. Где твоя ножка? Ножка. Да как зовут? Красавица? А? Кать. Как зовут? А? Марийка у нас уже популярная. Не популярная? Пальчик были. Ну, покажи свой пальчик. Это мамина нога. Передаваемый.